Стартовала ежегодная вакцинация от гриппа. Вечерний Магадан решил выяснить, у жителей областного центра собираются ли они прививаться. Конечно, ну что вы. Если человек хочет жить, он должен это сделать. Угу. Почему? Конечно, я переболела, потом привелась. Угу. И буду, как там называется, ревакцинироваться. Угу. Обязательно. Хорошо, спасибо большое. Поэтому я хожу без маски, ничего не боюсь. Я уже... Уже привились? Да, привились. А как вы считаете, вообще нужно это или нет? Не знаю, просто не знаю. У меня была температура ночью. То есть не очень хорошо сказалось, да? Да. То есть вот она ну, сейчас нормально. Нет, не прививалась, не планирую. А почему? Не хочу. Я прививалась, у меня есть сертификат со мной. Сертификат закончится, сертификат первый. Вакцинация, я буду прививаться в декабре. Думаете, это прям надо делать людям? Я считаю, да. В моем возрасте это обязательно. Я была на материке, видела непривитых людей, которые много болели. Причем невакцинированные болели даже по два раза. Врачи болели. Не просто какие-то, а болели врачи. Знаете, нет, не прививалась и не планирую. От гриппа я не прививалась. А почему? Я им не болею. Как вы считаете, вообще нужно прививаться людям от него или не стоит? А зачем, если у вас иммунитет с рождения? Я думаю, что он справится с этой задачей.